Доброе утро всем. Сегодня, конечно, нас море очень радует. Опять вода очистилась, она стала очень прозрачная. Сегодня 14 сентября. Чтобы вы понимали, эти последние дни ничем не отличаются от летних дней. Августа, июля. Сегодня с утра пошел в море искупался, чтобы сказать, какая вам водичка. Сейчас покажу вам, что отплывает теплоход вот этот зелененький. И расскажу о воде. Когда только ныряешь, конечно, ощущается такая прохладненькая, потом привыкаешь, вообще водичка сказка. Вот что недавно снимал, вода прозрачная, сейчас она точно такая же очистилась. Рыбок все видно. Ну, на видео их видно не будет, рыбок. Людей, как всегда, очень много. С утра опять прям жарко-жарко. Туч есть немножко, а так небо чистое. Вот солнышко наше. Я сейчас водичку сниму, какая она прозрачная. Все видно. Камушки, даже мельчайшие камушки видно. Вот такая она прозрачная вода. Но приближать не буду, качество испортится, плохо будет видно. Ну, время еще даже 11 нету, а людей уже много. Время только 10:30. К 11, к 12 опять будет очень много людей. Я думаю, весь сентябрь будет вот такой. Ну, может, иногда будет дождик. Ну, вечерком вчера было прохладно. Но с утра очень жарко. Тоже качество испортилось. Ну, люди подходят и подходят. Можете приезжать на бархатный сезон. Пока вот рыбку, сейчас покажу вам рыбку. Вон они плавают. Не знаю, потом будет видно, если на видео или не будет видно. Попробую приблизить. Что он прям поверху плавал. Куда-то уплыл. Там какая-то бумажка, похожая на деньги. Вон она там закопанная в песочке. Реально похожая на деньги. Купюра какая-то. Там на жемчужине, где нырял, там прям на берегу большие рыбки плавали. Что вода очень прозрачная, их очень хорошо видно. Вот это катамараны пригоняют по ходу с речки в Улан. На прокат. Ну, в сентябре все позже начинает открываться. Уже прям с утра не открывается. Сейчас водичка такая чистая, что я на Прохоровском пляже снимал. Какая она была. Сейчас такая же водичка. Прям не налюбуешься, просто смотреть туда. Кто еще хочет отдохнуть, сейчас самое время приехать. Пока погода и море радует. Ну, по жаре, как вчера. Было с утра жарко. Такая же жара и стоит. Вчера я смотрел, было в тени 20. Чуть позже было.
Я, по-моему, позже приходил сюда. Сейчас, в принципе, такая же жара. Надо в тени 20. А прям на солнце, наверное, на градусов 10 больше. Если не больше 10. На пляже ежик, людей пока не так много. Вот там палаточки стоят. Вижу, ну, камера не покажет. Сильно много не могу приблизиться. А так, кстати, очень хорошо, когда людей прям не так уж много в море, можно и поплавать, и погулять. Это мне нравится бархатный сезон. Что вода обычно чище, чем летом, и людей поменьше. Ходил один с металлоискателем, в воде искал золото, наверное. Что-то я его сейчас не вижу. Под над берегом шел. Кто вот рискнул приехать на бархатный сезон, вот и они теперь об этом и не жалеют. Ну, кто-то, наверное, и смотрел интернет, там показывали дожди. Из 3 дней только один день был дождь, показывало 3 дня подряд. Сейчас, в принципе, в четверг. А сегодня что за день недели? Сейчас я посмотрю. Вторник. С четверга обещают дожди. Там на дня 4 или 5, по-моему, было, я смотрел. Тоже не факт, что эти дожди будут. Ну, а дожди что, они быстро прошлись, и все, вот видите, как все наладилось. Ну, когда дожди, в кафе посидели, полюбовались морем. Кто спиртного выпил, кто чай, кофе, посидели, посмотрели, подышали свежим. Ну, все. А на следующий день уже все налаживается, можно купаться, плавать, загорать. Лично мне нравится дождь, когда в кафе сидишь и, ну, оно, имею в виду, что прям с видом на море и любуешься морем. Ну и дождь тоже прикольно, мне нравится летом, когда, имею в виду, тепло, потому что у нас и в мае тепло, и в апреле тепло, в сентябре тепло, и в ноябре тепло. Как бы у нас не очень разделяется лето, осень, весна. У нас в мае тоже бывает такая жара стоит. Ну, в принципе, я и в мае купался в море. Водичка тоже хорошая в середине мая. Это там на северах, наверное. У них, в принципе, зимы больше у вас. Вот кто на севере живет. Не 3 месяца снег лежит, а 6 месяцев лежит. Как у нас тут, допустим, 6 месяцев просто солнце светит. Это я так к примеру привел. Конечно, больше 6 месяцев. 6 месяцев только купаться можно в море. Помимо этого бывает, что и на Новый год жара такая стоит, что хочется на море поехать. Прямо именно 1 числа. Ну, конечно, я могу долго рассказывать. В общем, я хотел вам показать, какая погода шикарная. Ну, особенно море какое. Подождите, качество вот наладилось. Какое море сегодня шикарное. Просто волны небольшие пошли. Ну, миленькие, не то что волны. Чтобы показать прозрачность еще раз вам. Сейчас, в принципе, сниму, еще раз пойду нормально. Ну все, всем удачного такого солнечного дня, как у нас, жаркого.